Вас приветствует магазин техники «Куплю все». У нас на продаже iPhone 14 Pro Max в таком красивом черном цвете, версия на 256 гигабайт. Такой вот у нас красавчик. В комплекте будет только шнур, к сожалению, коробочка не сохранилась, чехол дадим в подарок. Давайте пробежимся коротко по внешнему состоянию данной модельки. Сзади телефончик в идеальном внешнем состоянии, без каких-либо царапин, микроцарапин и потертостей. По торцам присутствуют потертости небольшие, сейчас я вам это покажу. Вот, пожалуйста, сфокусировал специально камеру, видно, да, небольшие такие потертости вот здесь на торцах. С этой стороны есть, с этой есть, немножко на кнопочке есть небольшая, это потертости от чехла. Так, по дисплею, на дисплее наклеено защитное стекло, под ним есть царапины, микроцарапины, потертости. Наклеили так защитное стекло, что их почти не видно. Вот так, что я хотел еще вам сказать. Сейчас, секундочку, поставлю телефончик, чтобы мне было удобней. Как я сказал, на 256 гигабайт. Данная моделька у нас Америка с модулем 5G. Вот он, модуль 5G у нас, да, видите? Также, что значит еще Америка? С 14-й модели американские айфоны еще означают то, что в них нету слота под SIM. У них идет две eSIM. Электронные две сим-карты. Физического слота под сим-карту нет, только электронные симки. Состояние аккумулятора у данной модели 100%. Батарейку держит как новый. Телефончик полностью исправен. Все функции работают идеально. Ничего не менялось, ничего не ремонтировалось в данной модельке. Такой вот красавчик от компании Apple. iPhone 14 Pro Max. В черном цвете на 256 гигабайт.